У нас тут кто-то уже есть. Чего вы еще изволите? Опа. Опа. Привет! Рада видеть тебя на моем канале Тилька Плей, я Наташа. Мы с вами продолжаем играть в Until Dawn. Это хоррор, страшный хоррор. Ну, пока не совсем страшный, потому что мы только доходим до самых страшных мест. В прошлой серии мы с вами, по сути, увидели в первый раз того или то, что будет за нами бегать. Кто увидел, тот увидел, кто не увидел, то скоро увидит. Ну, а мы продолжаем с вами играть. Не забывайте меня активно поддерживать лайками и приятными комментариями в комментариях. Поехали. Я так понимаю, что мы сейчас продолжим дальше. Мэтт! Мэтт, ты пойдешь со мной за сумкой? Ага. Иду. Ну, пошли за сумочкой. Мы, кстати, пока что хорошо идем. Мы находим почти все подсказки, мы находим почти все тотемы. Этот тотем у нас наставление, по-моему, желтый. Я все время забываю, что из них что. А, может, мы его уже смотрели? Наверное, мы его смотрели, раз он не активируется. Я думаю, что да. Если бы он активировался, то... Тогда пойдемте. Иду, моя крошка. Моя замерзшая картошка. Чё ж ты сумочку-то свою забыла? Такая ты, конечно, прошманда. Наехала на меня. Пошла там обсуждать что-то с бывшим. Пропала. Меня обманула. А относишься ко мне как к говну какому-то, как к посыльному. Ведешь себя как сука. Ну, блин, я все равно тебя люблю. Что, поговорить хочешь? Эм, слушай. А? Тебе лучше? Тебе я все-таки парень. А что? Вы так ругались? Чем дальше Джессика, тем лучше я себя чувствую. Она ревнует, видать, этого мужика. Чтобы... Ой, ну пошла нахер. Я расслаблюсь, когда все расслабятся. Я пытался с тобой наладить контакт. Давайте посмотрим в эту штучку еще раз. Может, что найдем? Ну, пока ничего нет, но это то самое место, где, короче, стояла она со своим мужиком. Ну, с другим, со своим бывшим. Ладно, она просто такая манерная барышня. Ну, что поделать, такую вот я себе девушку выбрал. Некоторым парням тоже нравятся сучки и стервы, как девочкам нравятся козлы. Ну вот. Баш на баш, как говорится, поменялись. Ой. Чё? Да это, наверное, мы отключили свет с этой. Чё ты обосрался? Всего лишь свет включили, ну. Не надо бояться. Значит, смотри, есть проход туда, есть поворот сюда. Ты куда пошла? Куда по... Эй, балбес, иди сюда. В укромный уголок? Заманиваешь в укромное местечко? Сейчас все сам узнаешь. Ты мне подготовил какой-то сюрприз? Ладно. Нет, подожди, стой, крошка. Я, конечно, понимаю, но давай я вот здесь посмотрю, что тут есть. Так, чисто по приколу. Странно. А, видишь, закрыто. Тогда пошли за моей крошкой. Ладно, пойдем, пойдем. Иду, иду. Не мерзни. Не мерзни, цыпочка. Сейчас все будет. Что? А. Спасибо, что помог мне найти сумку. Я знаю, со мной иногда нелегко. Без проблем, детка. Не вопрос, детка. Но я бы все-таки попросил тебя не забывать, что я не просто силач и таскатель сумок. И чем докажешь? Ночью. Чего? Днем и ночью. Эй, что это значит? Ой, дурак. Ну, ой, какой это... нелепый подкат типа... просто. Ну, по-дуралем. Ночью сексом. О, боже. Ох уж эти сексуальные эти дети. Так, за мной кто-то следит. Слышишь, дышит. Да это, наверное, дядька все это за нами смотрит. Че ему? Все хочет увидеть, наверное, подростковый секс хоть у кого-то. А все ни у кого никак не происходит этого кекса. Нормально ты меня вывела. А, круто. Тут красиво. Даже свет какой-то есть такой небольшой. О, как здесь сегодня красиво. Да. О. Привела меня, хер пойми куда. Мне так приятно быть с тобой рядом, силач. Я не только по этой части. Да, мы поняли, меня мы поняли. И мозги имеются. И тебе хватило тоже. Мозгов выбрать меня, теперь дело за мышцами. Ты делала это снаружи?
Снаружи чего? Улицы. Машины. А у тебя машина большая. Здесь тебе места не хватит? А, знаешь что, поищем точку получше. Да? Может, тогда сразу точку G? Здесь много разных мест. О, господи. Да я уж прямо и снег расчистил. Как нелепко. Как же, давай немного осмотримся. Что ты там от меня скрываешь? Ты посмотри. Майк и М. Что такое? Ну не здесь ты. Зачем ты меня привела? Чтобы лохом выставить? Да ладно тебе дуться. Я здесь с тобой. Сейчас. Алло, Майкл. Но ну просто да. Надо было увидеть, если что подумать, там. Я совсем не лох. А кто? Везунчик. Так-то лучше. Такая она, конечно, коза. Манипулирует им. Давай посмотрим на это безобразие, чтобы запомнить. Запечатлить, так скажем. Но это не улика оказалась. Я думала, может быть, это какая-то улика будет. Это так, чисто штучка. Наверное, если бы мы там выбрали предыдущее решение, возможно, мы могли бы здесь что посраться с ней. В этой сумке? Да так, просто белье. Кружевное. Кружевное. Кружевное белье. Нужно было... Флирт, давайте пофлиртуем. На кой черт оно нужно? Не хочешь меня в нем увидеть? Все равно я его тут же сорву. Может, я хочу покрасоваться, настроиться на нужный лад. Ох уж эти кружевные трусики. Понятно, идем. Ладно, пойдем, покажешь мне свои кружевные трусики, я тогда их съем. Ням-ням. Люблю есть бельишко, когда есть грязные трусишки. Так, милая, нам, наверное, туда, под этот... Давай сначала сюда с тобой сходим. Сейчас я посмотрю, что тут. Да, и взрослый смотри, мальчик поднимется. Рот. Попробуй засунуть в него руку. Уверена? Лучше не надо. Может быть, засунем ну-ка, что-нибудь другое? Прямо вот сюда. Спасти Эмили. Эмили! Эмили! Я так и знала, что нам прикалываться. Они реально все тут вот эти вот пранкеры. Да ладно тебе. Что это? Опять этот крик. Не знаю, какой-нибудь зверь или... Ой, жуть. Да. Что за звук? А нету тотема здесь? Пойдем, котик. А что с музыкой такая? Ту-ту-ту. Как будто сейчас что-то произойдет. Милая, пойдем. Любимая. Идешь? Она, по-моему, тут хотела со мной поговорить, я ее как-то так проигнорировала. Может быть, ты еще захочешь поговорить? Спрыгнуть. Давай, милая, я тебя славлю. Вот поперлись за какой-то сумочкой дурацкой с трусами. Нет, чтобы сразу их на себя надеть, чтобы они там успели пропахнуться, провоняться. Не... Ой. Что это? А чё? Чё зелёным-то всё загорелось? Это, наверное, багануло? Наверное, все-таки багануло что-то. Хромакей с ума сошел. Ну ладно, бывает. Будем рассчитывать, что это из-за того, что я играю на PlayStation 5. Ой! О! Это... Welcome back. Кто-то слепил снеговика. Да, очень милый снеговик. Его здесь точно не было. Записка. Welcome back. Ого. С возвращением. Хорошая записка. Наверное, Крис или Джош. Такие шуточки у них. Дурацкие шуточки. Реально беспонтовые шутки. Вот они вот реально вот дошутятся. Мне тоже. О! Мэтт! Что происходит? Кто? Кто мог это сделать? Зато у нас северное сияние. Просто хочется свинять отсюда быстрее. Ну пойдем, мои маленькие трусики. Блин, не захотела все-таки. О, психолог. Что-то у него меняется антураж. Какой-то странный психолог. Это что, кролик лежит прибитый? Может быть, та самая психбольница, которая на горе, а нам кажется это все или что? Ку-ку. Я хочу понять, как ты относишься к людям, которые боятся темноты.
разделяешь этот страх? Там кролик лежит. Да нет. А как ты относишься к тем, кто этого боится? Ну, я им сочувствую. Понятно. Вот Эшли очень боится темноты. Тебе ну. ее жалко? Ну да, она вроде хорошая. Ну, блин, ну она хорошая, но с другой стороны, она типа мою эту. Нет. Да. Нет. Да. Ну, по сути, она сучка, но это она... Нет. Она просто хихикала. Ну, ладно, сочувствую. Однако, судя по твоей игре, этого не скажешь, согласись. Нормальная игра. Чё ты там, психологический портрет мой составил? Что там? Всё плохо? Подробнее рассмотрим твое отношение к другим людям. Давай. Изо рта воняет, жвачку пожуй. Какие качества ты ценишь в себе и в других? Давай. Я только за. Что тебе важнее найти в друзьях? Давайте, я вам сейчас все расскажу. Преданность или честность? Преданность. То есть ты солжешь, чтобы выручить друга, ясно. А если преданность или доброта? Доброта. Надо же, какой добрый человек. Да. Как мило. Да, это я. Я говорю, быть моим другом очень хорошо. Что, все уже? Наше время. Чё так быстро-то? Давай по-нормальному, общались же нормально. В смысле еще увидимся? Я только пришел, ты уже закончил. А вон крюки висят для разделывания тушек. Не понимаю я этого психолога, он очень странный. Итак, читаю. Для контакта с миром духов вы должны освободить свой разум от всех предубеждений. Отбросить все запреты и отдаться воле других, подчиняя все свои желания прихотям властителя духов, то есть моим. Не выдумывай, Крис. И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, брось, это серьезно. Я предельно серьезен. Заткнись, поехали. Да, давайте. Ну ладно, будь что будет. Эшли, ты у нас новообращенная, тебе быть медиумом. Так, ну поехали, давайте будем серьезным медиумом. Ладно. Я ждала просто, пока там мультики кончатся вот эти. Дух, ты здесь? Если да, подай нам знак, явись нам. Третья глава, кстати, началась. Дай нам знак. Постойте-ка. Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется. Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите. Как мы можем помочь? Не знаю, что это значит. Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Давайте уточним. Кому нужна помощь? Кто же ты? О, опять. Так, S. Страшно. Е. С. Т. Р. А. Сестра. Сестра? Чья сестра? Да ладно, чё, реально? Заткнись! Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка... Да? Так, ладно. Которая из сестер? Эшли, спроси, кто это. Блин, Эшли такая... Анна, это ты? Кто говорит с нами? Ханна? Это ты? Да! О боже! Бросьте вы! Джош! Может... Ничего. Ты уверен? Может, хватит? Нет. Слушай, не надо. А если это дух-манипулятор? Если это врушка? Не знаю, с чего начать. Смотри, если это действительно Ханна, мы можем спросить, что случилось.
Джош? Я выдержу. Ладно. Сейчас. Что с тобой произошло? Ханна, мы скучаем и хотим знать, что с тобой случилось. Ты можешь рассказать? П-Р-Е-Д. Мне уже страшно. Предали. О чем она? Движется. О, боже. Успокойся, ладно? Надо спросить еще. Прости, прости меня. О чем это она? Спроси, что случилось. Надо же узнать. Спроси, Эш. Кто тебя убил? Зря так. Я это спросила. Сейчас скажет, ты! Кто убил тебя? Вы! Ханна, скажи, кто? Вы меня запранковали до смерти. Б. Б. И. Б. Биба. Может, в библиотеке что-то? У. Л. Биба. И. К. Улика. Значит, есть улика. В библиотеке? Ой! Охренеть! Библиотека. Крис. Чё, пошли в библиотеку? Знаете что? Бред это всё. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, а чё ты вдруг такой скептичный не знаю, стал? Может, ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем, но... Это не круто. Джош, нет! Это же изначально твоя идея! Эй, успокойся, Эш, ты виновата. Только этого мне не хватало, придурки! Все разосрались. Все поделились на группки, обратили внимание, что все сейчас в группке подвое. Я его не виню. Это было дико. Когда же мы дойдем до секса, а? Если ты притворилась, хоть у кого-нибудь. А, еще Сэм одна осталась, кстати. Там два по два, три пары по две, по-моему. Сэм одна осталась. В ванной она принимает ванну. О, Майк, тропа к хижине. Джессика тут в прошлой серии вот пищит. Джесс, я бегу за тобой. Да давай! Господи, что ты такой неспортивный? Красавчик сия Руси. Ну, где твоя тёлка? Пошли по следам. Джессика. Джессика, ты где? Эй, любовь моя. Ты где? Джесс. Джессика. Эй, ты здесь? Там кто-то бухал. Ой, бляха! Господи. Охренеть. Какая-то маска или что это такое? Чуть из штанов не выпрыгнул. Какая-то хэллоуинская. А, это может быть отпугиватель врагов? Ой, врагов, господи, этих воров. Ну да, это реально, наверное, отпугиватель каких-то воров, чтобы они ничего не сетовали тебе. Давай, пытаются взломать, а это... вот эта херня выпрыгивает, не они смешно. Обсираются и убегают. Джессика, твою мать, вышла быстро. Жопу себе отморозишь, потом уже я ни до какого кекса будет. Я обещаю, не убивай. А! Ну ты даешь. Господи. Здорово вышло. Меня бесит их дурацкие шуточки. Стой, ты должен. На самом деле, мне кажется, шутки, вот та шутка, из-за которой погибли две сестры, вот из-за нее. Вот это лицо. Я испугался, Джефф. Нельзя так пугать людей. Да еще посреди леса. Страшно же. Ой, я тебя напугала. Если ты это запостишь, я тебя убью. Не думала, что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл. А вот он узнать умеет. Человека по-настоящему можно, лишь напугав его до потери штанов. Ладно, твоя взяла. Ладно, ладно, твоя взяла. Это, конечно, не соревнование. Но так приятно. Я победила! Ага. Порадуйся, как тупица. Скажешь. А за нами уже кто-то наблюдает. Какая, Ромео? Посмотрим, чего добьешься. А за нами уже кто-то смотрит. Опа, тотемчик лежит. Смотрите-ка, тотемчик, ну-ка. Желтый. Наставничество. Тотем наставления, это какие-то эти опять шахты. Короче, в шахтах лучше не быть, вот реально. Лучше в шахты не ходить. А что сюда у нас будет?
Может быть, нам надо... Блин, а может быть, назад вернемся? Так, так, так. Майк. Посмотри-ка, что это у нас тут нацарапано. Тут М и Э. Есть идеи, что это может значить? Ой, зря мы сюда пришли. Может, Элизабет и Майрон? Или Майкл и Эмили? Расслабься. Просто такая махровая пошлость как-то не в твоем духе. Ладно, давайте признаем. Ладно, был я. Эй, да, разумеется, будем честны. Как сильные суровые матчи, но все-таки у меня есть сердце. И я не боюсь иногда выразить свою симпатию. Теперь правда? Она точно нам не даст. Ну, а мне ты выразишь немного симпатии? Много, много симпатий. И ты готов обналичить этот чек? В смысле обналичить? Пошли, Казанова. Ты чё такая меркантильная? Ну, то есть мы сюда пришли просто ради вот этого кружочка, скажем так, да? Ну ладно, зато мы увидели хоть что-то. Тотем один, и вот, да, я поняла, мы тут, короче, круг сделали, все. Ну, зато увидели то, чего могли не увидеть. Обсудили с ней диалог. Смотри, как тут красиво. Еще немного, и мы придем с тобой к хижине в лесу. Класс! Да. Ну, тут прямо-таки настоящая зимняя сказка. Сказку могу устроить. Сказка сейчас тебе будет со мной. Чудесная будет сказка. Пойдем. Мы почти пришли, кстати. Я уже вижу, какая-то вот это пошла оградка. Я думаю, мы сейчас еще немного и придем. Опять кто-то кричит, слышишь? Там кто-то кричал, как будто. Нет, это наверняка белка или чего того. Да, да, это белка, все. Жутковато. Мы пойдем. Ш-ш-ш. Ой! Что? Слышала? Нет. Тут за нами наблюдает опять. Эй! Кто там? Ну-ка. Ой! Блин! Это был олень. Он нас чуть не зашиб. Прости, крошка. Я пытался быть сильным и независимым мужиком, но что-то обошло явно не так. Меня напугал олень до чертиков. У меня сегодня вообще одни эти стрессы. Меня пугают и животные, и не только животные, мило. Даже мои девушки. Да, вот он, что, домик. Что? Да. Здесь, да. Такая себе хижина. Это, наверное, какой-то охотничий домик. Маска. Старая маска. Смотри, какая маска. Не будем ее пугать. А то она нам точно не даст. Ты где там? Смотри, какую маску нашел. Эй! Смотри, маска. Что? Странная какая-то. Скорее, страшная. Не нравится? А, Майк, прекрати! Ну, я таких не целую. Как хочешь. Классная маска. Ну, забери ее себе. Куда ты ее кинул? Пойдем еще посмотрим. Я ее, правда, не стала пугать, потому что мало ли, значит, обосрется и не захочет потом ничего. Поэтому я не стала ее пугать. Но все-таки имбецил, но не настолько, чтобы быть имбецилом. Ну, что ты прыгаешь на месте? Пойдем. Сейчас, я думаю, уже скоро дойдем до этого домика. Я, если честно, думала, что это наш домик. Так далеко гостей гнать в гостевой домик, это, конечно, писец. Неужели, правда, ближе нельзя было его построить? Зачем так далеко? Это вот, представляешь, это надо вот идти за ним, идти за этим домиком. Ой, бляха, ёбаную мать, олень! Дурацкий олень. Опять напугал. Странный такой, прыгает, что-то скачет. Что? Ой, по-моему, оленю хана. Оленя убили. О, бедный олень. Жесть. Это ужасно. Похоже, ему конец.
давайте его поддержим. Дружок. Ну давай. Боже мой, бедняжка. Потерпи. Потерпи. Давай. Майк, ему так больно. Уже недолго. Потерпи. Уже недолго. Ой! Беги! Беги! О, господи! Что это было? Я не знаю! О, там мостик! Сюда, сюда! Беги, 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 допрыгай! Господи, ты помилуй тебя! Медведь! Это медведь! Да, да, именно так медведи делают. Срезать путь. Давай, срезаем путь. Давай, зайка, давай, давай. Срезаем путь. Давай, я тебе помогу. Идешь? Давай, быстрее надо нажимать кнопки. Давай, 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 зайка, быстрее. Давай, жопу свои крути. Сиськами своими прыгай. Давай, побежать. Треугольник. Давай, давай, крошка. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Срезаем путь. Карабкаемся, дорогая моя. Пушечка, бежим, бежим, мое мясо. Быстрее в домик забегай. Забегай в домик, быстрее. Давай, ну, ёпта, твою мать, ты капуша ты. Помочь, помочь! Помогай своей тёлке, а то останешься без тёлки. Вставай, скорее! Да быстрее вставай, кляча ты! Майк! Давай, давай, давай! Ключ, открывай! Походи, быстро в дом! Боже мой, ещё бы чуть-чуть! Ху! Ну, жопа у неё, конечно, зачёт. Вот и потрахались. У меня всё было под контролем. Ах, иди ты! Да, да, все 100. Все 100. 110. Кошмар, я как будто марафон пробежала. Ну, в общем, так и было. Ох, это медведь? Ага, наверняка. Ну, медведи на самом деле так себя не ведут. Просто я ничего не разглядела. Эй, сюда он к нам не вломится, это точно. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Ну, машины они как-то открывают. Что? Да ладно. В сети видела. Ролик, правда? Может быть, от цирковой медведи? Ну, Джесс, мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроет. Ой, зря. Наверное, ты прав. Человек Ладно. Может открыть. Будем считать, мне почти полегчало. Почти. Ну, конечно. Цвета нету. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. А, ну да, как-то сквозит. Я с тебе сделаю уютный домик. Зато есть камин, видишь? Нам не нужен огонь, чтобы согреться. Ей нужен. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Это как? Ты что тупишь, придурок? Твоя дама хотела бы прижаться к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потрёмся друг от друга и разогреемся как следует. Да что ж вы только писюнами сами думаете, а? Сделай, как она просит. И уютный свет. Да. Идиот. Берешь и делаешь. Я не понимаю, в чем твоя проблема? Это свет работает? Вот. Это сойдет за уютный свет. Надо было спички найти какие-то, да? Сейчас навалим. Так, дрова готовы. Теперь спичку бы. Видишь, как я быстро все делаю? Все для тебя. Здесь ружье, кстати, Джесс, смотри. Глянь сюда! Что, там огонь? Нет, круче. У нас теперь есть снайперская винтовка. Смотри, какая пушка, не будем ее пугать. А? Как тебе, крошка? А? Как нравится? Тебе? О, господи. Ну почему мужики так дуреют при виде... Фейспалм просто такой, типа. Не, ну теперь мы знаем, что у нас есть. Не понять. Да что значит глупая женщина? Ты иди аккуратнее, сейчас ты допитываешься. Да, это вышь. Подожди, тут что-то сейчас моргнуло или мне показалось? Вот, сказки и мифы коренных жителей Америки. Если не хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Сейчас же. Я не досмотрела книжку. Можно я досмотрю книжку? Видать, не только нам пришлось встретить жутких местных медведей. Вот. Мне от этого нисколечко не легче. Видишь?
мы узнали про символ. Что это символ, оказывается, местной легенды. Ой, сейчас я тебе обэтываю что-нибудь тут. Чё? Телефон? Майкл, ты огонь разжигаешь, не ром... Нет, чёрт. Майк! Что? О, чёрт! Что? Да где он? Что? Что такое? Телефон. Он потерялся. Блин. Джесс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нету? О, чёрт, дура. Наверное, в снег выронила. Да, жопа. Если я его не найду, родаки меня убьют. Ну, найдете завтра утром. Да это уже четвертый за год. Кстати, ладно, ладно. Четвертый за год. Давай его поищем. Нихера ты транжира. Точно в снегу. Ага, только как-то не хочется сейчас лезть туда, к медведю. Или кто там. Ладно. Да сейчас все будет, не ссы. Я спички нашел. А вот и спички. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы с тобой зажжем. Ну, иду сейчас крошку. Самое время поупражняться в остроумии. Всё, я зажигаю тебе. Господи, да что ж ты такая нетерпеливая? Последняя спичка осталась. Тебе повезло, что я ее зажег, а не сломал. 1-0. Я веду. Всё, крошка, ты счастлива? Очень мило. Ну, браво. Довольна? Ой. У нас ну тут кто-то уже есть. Чего вы еще изволите? Опа. Опа. Пошла жара. Стриптиз? О май гад. Ребята, мы дождались. Я подсветить? О май гад. Ну все, она начала раздеваться. Она начала раздеваться. Тетя. Да что за нами за извращенец подглядывает? Майк? У нее сиськи красивые. Такой у нее купальник. Я не знаю. Ну так поясни. Быстро, давай. Ай, господи, женщина моя. Здесь ничего нет. Сейчас иду выясню. А можно что-то здесь посмотреть, нет? Это ее музыка какая-то играет или что? Это ее телефон. Твой телефон! Тут прикалывается. Ах, как это мой телефон? Я не знаю. Видать, прилетел в окно. Друзей. В трусах такая, на жопу совеляет. Да какого хрена? Вот же твари. Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Бля, разозлилась. Уже и про медведя забыла. Эй! Вы, уроды! Я к вам обращаюсь! Я знаю, что вы там. Ой, дура, зайди внутрь. Что, так охота помешать нам? Знаете что? Обломитесь. Вы нам не помешаете. Потому что у нас сейчас будет секс. Да-да, мы с Майклом будем трахаться. По полной программе. Наслаждайтесь. Мы готовы и приступаем. Что такое? Отойди от окна! Отойди! От окна! Отойди! От окна! Все! Минус это Джессика, судя по всему. Я дом не облутала, меня это немножко сейчас расстроило. Ой, ай. Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, пошли в библиотеку. Пойдем. Да, минус Эшли, походу. Или как ее там зовут? Джесс. Наш дружочек-пирожочек ушел. Мы остались здесь вдвоем.
Мы Джош, пойдем с тобой вдвоем. Да, он старался не подавать виду, но... Да блин! Мы зря о сестрах заговорили. Ну, для того мы сюда и вернулись. Да что вы хотели? Это его семья. Конечно, он будет психовать. У него травма, стресс, вот это вот все. Так, больше ничего не светится, никто ничего не видит. Я не вижу. Пойдем в библиотеку. Это и есть библиотека? Ой, чёрт! Ой, ты... ой! Вот жесть! Ты цела? Да вроде бы. Там кнопка. Ой! Что? Там что-то за книгами. Кнопка. Что это? Кнопка, что ли? Зачем здесь золотая кнопка? Золотая кнопка Ютуба. Хороший так. Вопрос. Что, нажать? Именно для этого и нужны кнопки. Подожди, давай мы сначала посмотрим, что тут есть еще. Потом будем, если что, нажимать или не нажимать. Хорошо? Ну, видимо, нажимать. Давай. Чё? Ого, стена отъезжает! Офигеть! Взрыв мозга! Такое как ощущение, фильму. Что мы в кино. Надеюсь, в романтической комедии. Ну как, Надеюсь. В доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом? Они могли не знать о нем. Дом очень старый. Действительно. Ну что, давай заглянем? Дама вперед. Не-не-не-не-не. Ты серьезно, дама вперед? Вот спасибо. Ты чё? Опа, тут камера работает. Еще одна фотка, кстати, мы ее с вами уже видели. Или это другая? Фотопортрет, улика. Что? Это что? Что ты нашел? Я выпущу из них кровь, как из свиньи. Я сорву с них белую мягкую кожу. 16 долбанных лет, 16 лет я ждал встречи с крошками Ханны и Бет. Охренеть. А, ну, честность. Не будем так, брать. Так, Эш, я не хочу тебя пугать, но... Глянь сюда. Что? Крис, что это? Это... Кажется, то, на что указывала гадальная доска. Подсказка? Да, это письмо. Покажи-ка мне. Это угроза? Крис, все серьезно. Надо найти Джоша. Прямо сейчас. Мы пошли искать Джоша. Только непонятно, где Джош. А давайте мы еще войдем на 5 секунд вот сюда. У нас тут опять снимают скрытые камеры. Дай мне кто следит. О, там шубка лежит. Пошли. А! Ну ладно. Что это? Дверь открывшаяся. Ты что, никогда дверь что ли не видела? Подвал? Опять подвал? Тотем? О, письмо. Что пишут? Кто-то правда охотился на Ханну? 8 декабря? Если так, я не прочитала еще раз. Полная я не жизнь. Успела. Так. Да ёб твою мать! Не отпускай ее! Дюпсень, вупсень. А, с потомками. Это типа от этих. Опять видела этого чокного. В четверг породила засрать дегенератор. Это мама Джоша. Короче, это они как выпрашивали разрешение на строительство. Ага, тут плохая карма. Уже давно. Да. Ну и что тут у нас? Это кухня? А, это главный вход. Закрыты уже ручки, то есть уже нету дороги назад. То есть нас закрыли, чтобы мы отсюда уже не вышли. Я... Но мы вернулись назад. Джош! Подумал, мы с Сэм видели кое-что любопытное. Что? Такой плакат разыскивается, как в вестернах типа. И? И Сэм показалось, что ее кто-то преследовал. Так, это что, выходит здесь в горах рядом? С нами преступник? Возможно. Там сообщение, но на автоответчике. В общем, оно от сержанта полиции о том, что один чувак вышел из тюрьмы. Во-во, и видишь? Ничего нельзя сделать. В каком смысле? Ну, он типа предупреждал. Ну, вот тот чувак. Стой, 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 какой чувак? Это вот из-за того, что мы подслушали, видишь? Он говорил, мы теперь что собирается шарим, мстить и рассказываем здесь всем то, что знаем. Видишь, как хорошо знать и нашел быть письмо как ищейка, выискивать вот это вот все. Если таким образом ты пытался меня подбодрить, ты уволен. Спасибо. Слышала? Это Джош! Вроде из кухни. Джош! Джош! Ёб твою мать! Эшли! Эш, что происходит? Пусти меня! Выламывай дверь! Эшли! Выламывай дверь! Выламывай сейчас. Дверь! Выламывай дверь! Что? Что там? Что Эш? Там? Эш, где? Где? Эш! О, лежит! Эш! Ой, это же было предостережение.
Вот и это самое, маньяка нам не хватало. Вот тебе и маньячок. Двоих положил. Нормально. Вот так вот. Съездили отдохнуть, вашу мать. А шарики ты для кого подготовил? А у тебя все с головой нормально? Что это за приколы такие? Что за шуточки? О, клоун уже висит. Кролик разделанный. Нормально у него все меняется. В арифметической прогрессии, да, доктор? Здрасте, что скажете? Ну. Я жду. Сейчас я покажу тебе фотографии людей, которых ты знаешь. И любишь. Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. И мне надо выбрать? Итак, между тем и тем? Давайте, я думаю, это будет легко, это будет несложно. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. Не спеши, твой ответ очень важен. Давай. Значит, из пары Сэм и Джош я выберу Сэм. Она прям такая милая девочка. Она пыталась предостеречь всех, но ее никто не слушал. Эмили и Мэтт. Я выберу Мэтта, потому что Мэтт такой милый парень. Немножечко со сперматозоидами в голове, но лучше стервозной этой Эмили. Крис и Эшли. Ну, я выберу Эшли, потому что она девочка, опять-таки. Идем дальше. Майк и Джесс. Вот из этой парочки мне никто, если честно, не симпатизирует, потому что... Они, короче, оба себя очень плохо вели. Этот пытался совращать девочку, а та снимала на телефон. Они меня оба бесят, но это снимала. Она могла не снимать, поэтому давайте выберем его. Да-да, улыбайся дальше. Джош и Эмили. Я выберу Джоша из этой двоицы. Дальше. Здесь, очевидно, Крис. Потому что... Ты записывай, записывай, да-да, да, записывай, записывай, да. Что скажи, такое? Скажи, в этой игре, в которую ты так прилежно играешь, кто тебе совсем не нравится? Совсем не нравится? Джессика, она довела мою сестру до того, что она выбежала. Джесс, безусловно, красивая. Хотя но и глуповатая, но насчет нее уже можно не волноваться. Она вышла из игры. Почему? Сосредоточься на остальных. Че это она вышла из игры? Из-за того, что ее схватили? Время не, вышло. Мы еще спасать пойдем, ты че? Ну, еще увидимся. Мы ее пойдем спасать сейчас, бедную девицу. Девицу-красавицу мы должны спасти. Нам это очень нравится, девка будет жить. Вот так вот я хочу это сказать. Ну что ж, на этом мы с вами закончим третью главу. Мы ее сегодня тоже с вами прошли. Мы с вами молодцы. Увидимся в следующей серии. Подписывайся на каналчик, поддержи меня лайком. И чё, начинается экшончик. Наконец-то дождались. Увидимся. Пока.